Салем Дустар, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем альбом Кисло-Сладкого и Бона, название IBYB, я не знаю, как правильно и что это вообще значит, напишите в комментариях. И что я хотел бы сказать в начале. Те, кто видел уже мои реакции, наверняка уже поняли, что мне особо не вкатывает их музло. Я как бы понимаю то, что это качает, понимаю то, что это с приколом совсем, но меня особо как-то не впечатляет, для меня это уже все стало скучным. Типа, ну, этого всего очень много, и есть Моргенштерн в России, который тоже делает... Вообще, напишите вы в комментариях ваши... Напишите в комментариях то, что вы думаете об этом дуэте Кисло-Сладкий Бона, чем он вам нравится, ну, тем, кому нравится, чем он вас зацепил, что в них особенного, чем они отличаются от других подобных исполнителей. В комментариях напишите это. Вот. Все на этом, пожалуй. Если что-то вспомню, еще скажу. Короче, давайте слушать. Посмотрим, что они представили. Больше всего мне интересно послушать совместку со 104-м. Я знаю то, что он с ними тусит там, типа, и так далее. И вот он засветился на их альбоме. Очень интересно, что же там такое. Ну шо, ехали! Так, эй, что зависло? Все, не хочет воспроизводиться. Это была прослушка. Спасибо всем за просмотр. А, ладно. Что за прикол? Не хочет. Не хочет. Ну все на этом. Альбом неплохой, в принципе. Кочевые темы. неплохо. Надо настроиться, короче, на этот альбом, учитывая, в каком стиле они делали. Бит хорош. Неплохой флоу. Половину слогов, конечно, сожрали, но похуй. Ничего не понятно, но неплохо, припев хорош. И бит. Неплохой интро. Так, передай, БС, короб. И еще что-то, по-моему. А, вот два трека. Я их слушал. А почему тут нет Бугин Эртен? Трек, благодаря которому они выстрелили. Так, совместка с Хиру. Блин, непонятно, конечно. Я надеюсь, где-нибудь будут переводы. Отсылочка. Быстро они меняются. Без пауз. Я даже не знаю, что значит это название. Send blessing, man blam. Ну, вроде как неплохо. Не знаю, что сказать. Еще я хотел сказать то, что, ну, моя реакция честная, как бы, ну, еще я хотел сказать то, что моя реакция не будет наигранной, я не буду делать вид то, что мне нравится, и то, что меня капец как раскачивает это все. Этим и заебись будет видео, потому что я не хочу, чтобы
люди видели фальшь. Я думаю, честным быть круче. Вот. Я не говорю, не хочу сказать то, что другие, те, кто снимает реакцию, как-то наигранно себя показывают. Нет. Возможно, их раскачивает. Меня не раскачивает, и ну, я вот это все показываю. Все, поехали дальше. Совместка с Дархан Джуз. Или джаз. Прикольный бит. Что значит скриптонит минитоноиды? Узнал, типа? Бит хорош. Прикольный. Я вот слушал припев, и если пение я ничего не могу разобрать, с английским еще более-менее как-то я там разбираю слова, что-то понимаю и так далее, а здесь я слышу просто ну, непонятно что, не хочу никого обидеть, просто, ну, я вот так вот слышу, вот, это так же, ну, также при вас кто-нибудь заговорит на иностранном языке, вы тоже так же ничего не поймете. Вот. Но, по сути, как бы этот, тема неплохая была. Так, BS Короб. Слушали. Что делает хлеб идеально? Я думаю, это реально у них песня. Так, Сальто Мальто. Если пацаны это смотрят, никакого хейта. Все нормально вообще. Опять же, бит хорош. Ебал рвание. Я вот немножко не понимаю эту тему с сменой языка, типа сначала на казахском, потом на русском, потом опять на казахском, на русском. Вы либо на казахском, либо на русском. Ну, лично мне это просто непонятно. Давно еще, с детства, я не понимал рэперов русских. Короче, в детстве, когда слышал какой-то трек, не помню, как назывался, рэперы, в общем, читали на русском, потом на английском. Я такой, типа, чё, в чем прикол? Все, что я хотел сказать. Так, бит тут был вообще прям. Был, и что-то... Что случилось? Зависло. Я не знаю, что происходит. Но бит топчик. Неплохо. И вообще, пацаны, как бы, ну, неплохой флоу демонстрируют. Особенно Бона, по-моему. А, нет, и кис... Короче, оба. И кисло-сладкие, и Бона иногда что-то выдают прям мощные. Еще одна совместка. Напишите кто-нибудь в комментариях. О чем альбом? Что я пропустил в этих строчках? Тоже неплохая лайтовая песня. Да, неплохо. Итак, веселее всех, наконец-то мы дошли до этого трека.
Его надо будет подкрепить клипом. Было бы вообще супер. Автотюнчик. Каждый день какой-то чил, чё где-то получил. Ай, всё внутри на души. Ты так охуенно оделась сегодня, но я не прошу, все дают. Тёры внимания, други вокруг, путаны грязнее, чем ют. Помню, рад, что чего у тебя нет, время я больше не сплю. Недавно шрам в Голливуде, не покидая Москву. Всё, что ты можешь на блюде, юзер, но не люблю. Быть проще стать, я спасибо каждый день. 101 способ каждый день. Ну, опять же, особо не зацепило. Биты хорошие на альбоме. Флоу они неплохой демонстрируют здесь. Где-то. Не очень нравится то, что смена языка. Вот. Ну и по сути все, наверное. Ой, хорошая концовка вообще. Заебись. Ну вот последний тук-тук-тук не нужен был. Так, ребят, об альбоме. Хорошее начало, интро, хорошая концовка. Короче, ну мне нравится, когда... Идеальное начало, идеальная концовка. Вот, ну вот именно треки так расположены. То, что вот в конце должен был вот именно Алтын Адам. По поводу остальных песен, ну передай, понятно, самое кочевое здесь, мне кажется, благодаря которой они и выстрелили. Из всех остальных, что можно выделить? Ну, интро веселее всех, Алтын Адам. С Дархан Джуз что-то как-то вообще, ну, с Альтом Мальтом, может. Да, тут, по сути, выделять-то нечего. Короче, этот альбом и эта музыка не для таких зануд, как я. Понятно, что они харизматичные ребята, на юморе, на приколе, в общем, играют круто с флоу, что я оценил, это круто. Вот, также мне понравились инструменталы, и именно биты, вот, конкретно сейчас не вспомню, но на видео вы видели и слышали, что я говорил, на каких треках. Что еще сказать? Ну, вот, эта тема со сменой языка мне не очень заходит, непонятна она мне, поэтому, не знаю, для меня этот альбом мимо. Вот. На этом все, пацаны-красавцы. На этом все, пацаны-красавцы, поздравляю с альбомом. Давайте следующий чисто на русском, для России, для русской аудитории. Бомбаните здесь конкретно, вы и так, ну, о них и так, вас и так уже тут все знают, если вы смотрите, конечно, это послание такое вам. Так что, ну, только успехов вам. Ну, а вы пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, если понравилось. Если не понравилось, не ставьте, можете дизлайк поставить. Как хотите, пишите, что хотите в комментариях, можете хейтить меня за мое мнение, ваше дело. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.